Привет, с вами Шалуня, игра Инферно. Ролик подготовлен для РБК Games. Хочу рассказать вам о богинях в данной игре. Они становятся доступными на 35 уровне после прохождения сюжетного задания. Вот я достигла нужного уровня. Мне стала доступна иконка богини. Для активации богини нам требуются фрагменты в количестве 10 штук. Их мы можем получить, выполняя задание, или же сделав первый платеж, за который мы получим карту активации богини. Итак, я активировала богиню. Мы видим, что они распределяются на обычных и великих. Есть список всех доступных богинь. Выбираем богиню. Видим ее название, уровень прокачки, боевую мощь, основные параметры, навык. Также у богини есть снаряжение. Всего 4 предмета: оружие, броня, шлем и обувь. Их мы можем обменять в лавке или же добыть в подземелье, обитель богини. В самом низу у нас находится шкала уровня. То для прокачки нам потребуется итем очки богини. Их мы можем получить при разборе снаряжения, также в подземелье, на ивенте оборона богини, а также на карте сокровищ есть такая вкладочка, как испытание богини. Тут же у нас есть вкладочка рейд. Тут выбираем богини, и у нас есть маленький такой путеводитель по локациям. Если нам нужен какой-то вот итем, показано, где он находится, на каком событии его можно добыть. При достижении богини 30 уровня можно повышать ее класс. Для этого нам также потребуются фрагменты богини. Вот я рассказала об активации богинь, их характеристиках и снаряжении, о том, что требуется для их прокачки. Присоединяйтесь к нам на платформе РБК Games, вступайте в группу ВК и Telegram, там участвуйте в конкурсах, выигрывайте бесплатные РБК монетки, подписывайтесь на канал в YouTube, чтобы не пропускать гайды и стримы. Спасибо за просмотр. Пока-пока.